На конкурс дети читают стихи Яна Чуприна, 5 лет, город Омск, Андрей Усачев. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, мастерует 100 солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, осыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.